я продолжаю прохождение игры Готика. И знаете что? Я вот тут после второй, то есть тут и после первой части, хотел вторую снимать. И там вы наверняка уже знаете, что есть два дополнения. Официальная Ночь Ворона и неофициальное Возвращение. Я уже рассказывал про это. Я вот думал Возвращение потом после этой первой части снять. Да вот только она у меня никак на компе нормально не работает. Не тянет оно у меня. Я могу, конечно, просто Ночь Ворона снять, но я не хочу. Я хочу именно Возвращение. Потому что оно интереснее. Но Возвращение снять не получится. Поэтому съемка Готики приостановится. И когда я сниму... И помните, я говорил, что хочу игру «Серьезный Сэм» снять? Прохождение. Сниму, начну снимать его сразу же после того, как сниму всю Готику, первую часть. Ну а Возвращение и другие части Готики, может быть, потом. Если когда-нибудь у меня появится свой собственный нормальный комп, на котором потянут игры, вроде Возвращения или других. Ладно, давайте уже перейдем к самой игре. Итак, кстати, как мне вообще спуститься отсюда? Я как сюда попал-то? Как я сюда поднялся? И по лестнице. А, ну точно, я ж вон как залез. Давайте мочить ползунов. Получай. Стоп, все. Дальше мы будем только промахиваться. Ай! Пипец. Они меня сейчас загрызут здесь. Короче, сейчас надо быстренько их заново ёкнуть. Только сначала собрать вот всю эту канитель и сохраниться, чтоб заново не собирать. Грибы, грибы. И еще раз грибы. Сохраняемся. А теперь попробуем выпустить стрелу. Ой, я промазал. Не, сейчас только стрелы зря потрачу. Ой. Отстаньте от меня. Так, одним ползуном меньше. Надо избавиться еще от двух. Ну, давай, вперед, иди. На. На. Ай. Ну, ё-моё, а. Чё ж ты будешь делать? Сволочи эдакие. Ладно, я сейчас разберусь с этими ползунами. Тут потому что лежит та самая шестеренка, которую ищет Ян.
уматывай. О, придумал. Спрячемся здесь. Давайте. Есть. Осталось завалить еще вот этого. Слава богу. О, а вот и шестерня. Ну и... Да, кстати, тут... Надо восполнить жизненную энергию. А не то меня убьют... После первого же ранения. Так, где тут у меня зельки? Вот они. Так-то лучше. Шестеренку добыли, надо теперь отнести ее Яну. Эй. И опять. О, ну наконец-то. Нам надо наверх. Лучше ни на что не натыкаться. Да, похоже, ты прав. Я полагал, это выяснили еще 100 лет назад. Ян должен быть здесь. Да, вот он. Загоми. Так. Я нашел шестеренку. О, отличная работа. Думаю, она как раз подойдет. Что ж, вернемся к твоей проблеме. Ты искал логово ползунов, да? Сходи к Азгану. Он откроет тебе ворота. Возможно, то, что ты ищешь, находится именно там. Скажи ему, все будет в порядке. Так он узнает, что я дал свое согласие. Хорошо, запомню твои слова, Ян. Сейчас. Только давайте-ка еще по другим норам ползунов пройдемся. Вы уж меня простите, я уже говорил, что приболел. Скорее даже заболел. Давай, иди сюда. Как-то тут темновато. Надо зажечь факел. И сохраниться обязательно. Вижу еще ползуна.
Там еще ползуны. Так, а здесь у нас ничего нету. Ничего. Ой, тут еще два ползуна. Ай, кажется, он успел меня ранить. Ай! Они же забьют меня до смерти. А, не, фух, не успели. Нет, ну это капец. Это капец какой-то. Факел. О, эликсиры. Ну а больше тут ничего нету. Кстати, эликсир. Надо выпить его. Да, он восстановил мне даже меньше половины жизни. Надо что-то сожрать. О, мясо. Там, по-моему, уже все. Нет, не все. Я ж тут еще стрелы не собрал. Вот теперь здесь точно пусто. Можно спокойно отправляться в логово ползунов. Сначала купим руду. Зага! Ты, если... Так. Продам ему свою старую одежду. 375. И что-нибудь еще. Так, это мне не нужно. Еще лишняя кирка. О! Можно еще купить. Этого хватит. Вот и логово. Загомер. Где-то... Да это гора и есть, одно большое логово ползунов. Почему эта шахта перекрыта? Ползунов развелось слишком много, сколько бы мы их ни били. Кажется, логово должно быть где-то недалеко. Открой для меня эти ворота. Нет, их можно открыть только с разрешения Яна. Без его приказа я даже с места не сдвинусь. Сохранимся-ка для начала. Сохранимся. Загомеза! Эй, Асхан, ты можешь открыть ворота? Я уже сказал, только с разрешения Яна. Асхан, все будет в порядке. И привет тебе от Яна.
Ну, если Ян согласен за это отвечать. Но есть одно условие. И что это за условие? Мне нужна помощь. 2-3 стражей будет достаточно. А то не хочется приветствовать всех этих ползунов в одиночестве. Кстати, не путайте. Я думал, сначала ему нужны стражи из старого лагеря, а на самом деле нет, ему нужны стражи из болотного лагеря. Сейчас мы их приведем. А то сейчас, как только откроется решетка, там будет дохренище ползунов. Вон здесь как раз несколько. Хотя нет. Ты можешь мне помочь? Мне нужно добыть слюну ползунов для корголома. Я знаю, где находится логово этих тварей. Сможешь ли ты прикрыть меня, когда я открою ворот? Охота на ползунов без крови не обходится. Если бы у меня был целебный эликсир, я, не задумываясь, бы помог тебе. Вот, может быть, это поможет тебе. Благодарю. Можешь на меня положиться. Я и Асган будем ждать тебя внизу. Я подойду к вам. Так, один есть, еще этого. Я знаю, где находится логово ползунов. И собираюсь пойти туда, чтобы добыть их слюну для зелья корголома. Мой меч к твоим услугам. Я пойду с тобой. Хорошо, встретимся у большого прохода. Так, а этот пойдет? Или нет? Нет. Ну, значит, достаточно уже двоих стражей. Теперь все готово. Можно открыть ворота. Давай, открывай. Представление начинается. Настал час твой, Серег. Пощады не жди. Ползуны. Настал час расплаты. Ё-моё, тут действительно темно. Хорошо, что я припас... свитки. Света. А то тут даже факел толком не помогает. Ой, я слышу шипение. Это ползун. Он идет сюда. Или нет, мне кажется. Кстати, я эти не надел. Пригодятся. О, свет. Сохраняемся. Эй. Глюк какой-то. О, ползун. Эй, ты куда? Йо, шкин-кот. Пойдите-ка на помощь. Я с тобой еще раз беру. О, спасибо. Слишком много тут этих тварей.
вижу еще ползунов. Ой, тут какие-то трубы. Я не знаю только, для чего здесь эти трубы нужны. Жутковато, правда? Но поверьте мне, это еще не самое жуткое место в этой игре. Новый уровень. Отлично. Нельзя забывать, Корголом сказал, что здесь есть так называемое что-то еще от ползунов. И это что-то еще нужно добыть для него. Нет. Пока туда рано идти, сейчас надо тут осмотреться как следует. Зажжем факел, чтоб слишком темно не было. Больше тут ничего нету. Интересного. Нет, ничего. Далось сомнение, отправляемся дальше. В пучины мрака. Этих пещер. Ползун. Эй, ты дурак! Почему оружие не достаешь? Давай, лезь сюда, тупое насекомое. Надо срочно восстановить жизненную энергию. Так. Вот и жратва. Не, мясо больно мало дает. Надо травку какую-нибудь съесть. О, вот это другое дело. Идемте дальше. Пока все чисто. Ага, ползут. Эй, оружие доставай, болван. Ой, тут все. Ну-ка, ну-ка. Больше тут нет ничего. Ничего. Отправляемся дальше. Ой, свет погас. Ой-ё. Здесь все красное. Это означает, что мы все ближе и ближе к цели. И скоро доберемся до гнезда. А, как всем известно, у многих насекомых, например, у пчел или у термитов есть королевы. Так вот, у ползунов тоже есть своя королева. И сейчас вы ее увидите.
совсем скоро. Чёртовы насекомые, а? Надо срочно пополнить запасы жизненной энергии. Вот и сама королева ползунов. Смотрите, какая она огромная. Да, но несмотря на ее внушительные размеры, одолеть ее очень легко. Да, но она тоже атакует. И наносит нам больше урона, чем обычный ползун. Ой, она нас убила. Да, что-то я тут поспешил с выводами. Попробую расстрелять ее. Кстати, тут какой-то баг есть в готике. Видите, она даже с места не сдвигается, хотя нет, стрелы ей наносят мало урона. Насчет бага. Так вот, если у вас работает заклинание света, вы сохранили свет, и когда загружаете игру заново, то свет у вас этот пропадает. Почему? Сам не знаю. Готово. Тесёныш ползуна. И их замочим. Мясо ползуна. Яйцо ползуна. Такие яйца откладывает королева ползунов. В них содержится то же вещество, что и в челюстях ползунов, но концентрация его выше. Концентрация выше? Должно быть, яйца ползунов это и есть то самое что-то еще, что искал Корголом. А, так чего я придуряюсь-то? Это и есть яйца. А теперь пора валить отсюда. Как можно скорее. Ну, ничего от этого не будет, если мы тут задержимся. Но мне задерживаться-то некогда. А то как же дальше играть? О, вон факел. До выхода недалеко осталось. Еще один. А вот и выход. Что тебе от меня нужно? Загомеза! Ползуны больше не будут угрожать рудокопам. Отличная новость. Надо сообщить это Торусу. Я нашел логово ползунов. Отлично. Теперь иди в лагерь и расскажи об окончании своей миссии. Корголом ждет тебя. Этим я да и займусь. Да пробудится спящий. Я нашел логово королевы ползунов. От всего братства благодарен тебе. И пусть спящий хранит тебя. Да пробудится спящий. Ну, прощай, старая шахта.
отсюда улепетываю. Так. Нам туда, наверх. А еще я возвращение снимать не могу еще, потому что там, ну, не получается у меня поменять разрешение экрана на такой, как вот сейчас. Нет, там есть такая функция, но как я не меняю, все остается один и тот же. И поэтому на компьютере тогда будет на весь экран, а на смартфоне нет. Я нашел логово ползунов. В шахте снова будет тихо и спокойно. Ладно, не обижайся. Ты хорошо поработал. Вот, возьми себе этот ящик пива. Это твоя награда. Ящик пива? Спасибо. Могу осмотреть шахту? Только не созд... Отлично расправился с ползунами. Думаю, теперь ты заслуживаешь должности стражника. Иди в старый лагерь и поговори с Торусом. Да. До встречи. Нам просто необходимо туда заглянуть. Но сначала заглянем в новый лагерь и обучимся акробатике. До нового лагеря тут как... И этот прибежал. Слушай, ты отвяжешься ты от меня когда-нибудь или нет? Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Людям свойственно помогать. Стоп. Я не туда иду. Вот куда мне нужно. Мне его не одолеть. Еще один шершень. Ну
вот и новый лагерь. Необходимо выспаться. А факел бросим здесь. Бастера. Вон он там сидит. Больше не хочу слушать. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили дальше. Давай лучше сменим тему. Уж лучше я посмотрю со стороны. Когда ты контролируешь свое тело, ты можешь прыгать гораздо дальше. Я научу тебя откатываться в сторону. Покажу, как приземляться после падения. Но не стоит забывать, надо что ты все-таки время, не бессмертный. Акробатика также очень полезна в бою. Ты сможешь быстро менять такое дистанцию между собой и противником. Ну, с Богом. Спасибо. Теперь я могу делать акробатику. Вот смотрите, он теперь прыгает дальше. Знаешь, видели? Ой, этот тип нас... Я не имею избить хотел. Всему, что говорят. И избил. Ты хочешь сказать? Привет! Кто ты? Не, больше он ко мне не лезет. Здесь нельзя? Ладно, не буду снимать дорогу до старого лагеря. Это слишком далеко. Окей, встретимся в старом лагере. Все, я уже почти в старом лагере. Пока я добирался до него, я убил несколько гоблинов и зверей. Эй, хорошо, что ты пришел. Торус хочет поговорить с тобой. И что ему нужно? Он сам расскажет тебе об этом. Я знаю, он меня хочет взять в стражники. Но я не хочу быть стражником, я хочу быть магом. Раньше, возможно, было гораздо лучше. Вот и Торус. Загомеза! Ты хотел мне что-то сказать? Да. То, что ты сделал в шахте, еще раз доказывает твою смелость, а также твою силу и умение драться. Я готов принять тебя в стражники. Это твой шанс. Что скажешь? Нет. Меня больше увлекает путь магии. Но мне по душе путь магии. Тогда тебе дорога к Каристо. Он учил Мильтона. Вижу, ты настроен серьезно. Ну все. Помните, Мильтон же говорил, до тех пор, пока ты не сделаешь для Гомеса что-то исключительное, Каристо не будет.
тебя обучать. А теперь будет. Ведь я же убил королеву. Мы слышали о твоих подвигах в старой шахте. Без ползунов добыча руды идет гораздо спокойнее. Каристо тоже слышал о тебе. Он хочет поговорить с тобой. Иди к нему. Увидимся. Отлично. Вот и Каристо. Приветствую! Расскажи мне, каково это быть магом? Расскажи мне, что значит быть магом? Мы, маги огня, служим Иносу, Верховному Богу. Мы избраны быть его жрецами, учителями и судьями. Наша способность колдовать — его бесценный дар. Дар, который определяет цель нашей жизни и налагает на нас большую ответственность. Понятное дело, что без... что это большая ответственность быть магом. Но я готов. Я хочу стать магом, одним из вас. Ты хочешь стать магом Круга Огня? Многие приходили ко мне, чтобы стать магами, но только один из них стал моим учеником. Все остальные ушли ни с чем. Твой дух уже может принять наше учение. Если хочешь стать магом, ты должен пройти испытание. Скажи мне, когда будешь готов. Вообще-то я уже готов, приветствую. Я знаю. Я готов, испытай меня. Я готов к испытанию. Хорошо. Ты помогал братьям из болотного лагеря, да? Ну да. Да, это так. Назови мне имя Верховного Бога. Инос, ты сам мне это сказал. Инос. Назови мне высшую добродетель. Ну, похоже, это благоговение перед богами. Благоговение перед богами? Твои ответы меня порадовали. Ты достоин стать моим учеником. Отлично. Пойдем в зал магии. Там ты принесешь древнюю клятву магам. Вон все маги тут собрались. Кроме Мильтона. Мы собрались здесь, чтобы принять клятву нового служителя огня. Принеси же клятву огня. Я клянусь божественной властью. Я клянусь божественной властью. И силой священного неугасимого огня. И силой священного неугасимого огня. Что с этого дня мои знания и дела будут навеки едины с пламенем. Что с этого дня мои знания и дела будут навеки едины с пламенем. Пока мое тело не вернется в царство Белиара и не угаснет огонь моей жизни. Пока мое тело не вернется в царство Белиара и не угаснет огонь моей жизни. Отлично. Этой клятвой ты связал свою жизнь с неугасимым огнем. Возьми это одеяние и носи его в знак вечного союза. О, прими эту руну как дар Инноса. Она защитит тебя на твоем пути. Каждый круг магии описан в специальной книге. Читай их, и ты приобретешь знания. А в знании сила. Вот, возьми книгу первого круга. Она научит тебя понимать огонь. Да хранит тебя неугасимый огонь. Отлично. Первый круг. Опыт за книги. Так, а у меня... мне еще многовато до следующего уровня. Я сейчас руны пока использовать все равно не могу, потому что у меня даже первого круга магии нету. Возможно,
чтобы использовать руны, надо владеть кругом магии. Лучше ни на что не натыкаться. А для этого мне нужны очки обучения и получить новый уровень. Ну ладно, на этом, думаю, прохождение завершается. Конечно, его злость тут не поможет. И ставьте лайк, если хотите дальше.